Всем-всем доброго-доброго денечка, а у меня сегодня небольшие покупочки из КБшки. Какой-то новый бекон появился такой, я еще вот не брала, но с яичницей, в принципе, за милое дело по утрам. Но тут его довольно-таки много. Так, помидорки взяла упаковочку по 129 рублей. Так, еще взяла вот такой вот йогурт, не йогурт, а из свежего творога, творожок, пудинг. Пудинг творожный. Вкус манго. Хочу пирог с рыбой сделать. Взяла сардинки. Также взяла сметану большую. Что-то в последнее время сметанная душа стала. Также взяла молочко 3 коровы. Еще вот такой какой-то йогурт, не йогурт, а тоже творог. Что-то я взяла творожное, ну и ладно. Ну вот. Мама-лама с клубникой и бананом. 100 лет не брала вино никакое, взяла вот какое-то соборное. О, мои услышали, что-то побежали. Вино сладкое красное. Возможно, когда-нибудь пригодится. Пусть стоит. Как говорится, запас карман не жмет. Ассорти вот такое взяла. Мне больше всего в этом ассорти нравятся патиссончики. Ну и помидорчики с огурчиком тоже, в принципе. Картошечки к отварной так зайдут на ура. И взяла вот такой вот чай. Тут много их видов. То есть, и что мне нравится, здесь вот этот вот еще цветочек чай. И как раз его заварю в своем стеклянном прозрачном чайнике. Должно выглядеть очень-очень красиво. То есть, он вот так вот распускается. Потому что до этого у меня были непрозрачные чайники. И всю красоту процесса увидеть не удавалось. А сейчас заварю. И посмотрим, что за красота получится вот из этого цветочка. Ну, а всем желаю хороших покупок, отличного настроения и всего самого-самого замечательного.